И всем привет, с вами Тиза и Котик, это игра Страйк 3. Шоу начинается! Ребята, это не как очень нравится. Сейчас посмотрю, как. Кстати. Сорок третий. Понял. Сначала плохие парни, Шрек. Ну вот оно, озеро. Что теперь? Мы должны принести жертву Деве озера. А,
Ладно, смотрите, как надо. Откуда, наверное, все эти ледяные статуи? Ё-моё, давай, делай дерево. А, офигеть, как я. Так. Сюрприз. Я такой слабак, я даже заполняться не могу. Ребята! Почему я за его играю, за Срека? Шестой этаж – белье, постельное белье, нижнее белье. Пятый этаж – украшения, дамские сумочки, духи и несколько гномов. Четвертый этаж – отдел по работе с клиентами и администрация. Пятый этаж – сувениры, спортивные товары, парфюмерия. Второй этаж – гномы, хозяйственные товары, гномы и еще немножко гномов. Первый этаж – волшебные колодцы.
Прекрасно! И что, все? И весь мой подвиг? Молодец, справился. Прими поздравления, ты победил. Подвиг совершен. А разве я не получу что-нибудь? Например? Ну, не знаю, бумагу какую-нибудь или медаль, что-нибудь. Сначала подвиг ему слишком легкий, потом медаль ему подавай. Ну, хорошо, хорошо. Возвращайся на вершину, я оставила кое-что для тебя в пещере за озером. И что это, ребят? Как-то вот. Но когда мы пса, это сложно. Что это? Ой. Срек. Срочек. Срек. Да. Испугался? Ты сюда не попрыгнешь. Ха-ха-ха, не ха-ха. Думала, съехала. Это все так устарело? Ужас какой! Поверить не могу, что дал себя в это втянуть! Как мне дома-то про это рассказать, чтобы меня живьем не поджарили? Притвориться, что я дракон! Наверняка это кот все придумал! Точно! Сейчас смотрит меня откуда-нибудь и хихикает! О,
Ой, смотрите, здесь уже есть дракон. На чьей стороне перевес? Постой, погоди. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Шрек? Осёл? Срок-осёл? Что за дурацкий подвиг? Бросить монетку в колодец. Дурацкая дева озера. Шрек, ты где? Спаси меня, Арти! Он хочет меня съесть! Он хочет меня есть. Пошёл ты. Даня! Да? Да? Наёк! Да, да. Краски дракон! Смотрите на неё. Он пытался меня убить сам. Не успею. Ой.
денег достал за этот дракон. Куда бежать? Взорвай меня, а? Нет. Ну, закрой, играй спокойно. Да я не могу. Итак, типа, ну, пропустит меня. Все тут подарок. Но уже это стало. Игрался этот дракончик. Ничего себе! Вот здорово! Как ты махал мечом, как подставлял щит! Влево, вправо, пригнулся, выпад! Я люблю тебя, Арти! Спасибо. Ой, а почему ты в костюме дракона? Совершив свой подвиг и получив почетный диплом, ты молодец, парнишка. Артур жаждал вместе со Шреком вернуться в Средневятое королевство. Ладно, пошли. А тем временем в катакомбах под королевским замком спящая красавица отчаянно разыскивала своих захваченных в плен друзей. Как я уже сказал, спящая красавица отчаянно разыскивала... Отчаянно разыскивала своих друзей, жизнь которых зависела от нее. Зачем же так грубо? Бесполезно. Фиона, ты меня слышишь? Спящая красавица, ты, кажется, уже близко. Быстрее! Thank you.
А вот ты... Хватайте ее, ребята! О, больно должно быть! Вперед! Это же всего-навсего девчонка! Хочешь заставить меня спуститься? Двойной сэндвич. О, больно должно быть. Вперед! Это же всего-навсего девчонка! На вас, ребята, смотреть стыдно. Сразу я хочу прожить. Мел с доком. А, все. Да гуалт. Жить прямо чуть-чуть надо. Его сервисы. Аут, избегаем! Ура! Ура! А как сам вот этот багаж? Знаю, как вы туда попали, но теперь уж вы там и останетесь.
Мне надо много бить. Почему? Блин, когда я заканчиваю зону, ребят, смотрите мне. Что вы можете? Да ничего как-то. Я что-то не знаю, как пройти, как пройти. Они вообще как-то отсюда появятся. Я вас использую. Ну, посмотрел как. Кстати, если у вас нет планов на пятницу, может, сходим в кинотеатр? Ну, хорошо. Мы избегаем! Ура! Не знаю, как вы туда попали, но теперь уж вы там и останетесь. Хорошо. Так уж и быть, открою. И, кстати... Доберем-ка! Чё это? Чё это значит? Я не понял вообще. Что? Хорошо. Как она это делает? Чё, русский язык? Если у вас нет планов на пятницу, может, сходим в кинотеатр? Ну, хорошо. Так уж и быть, открою. И, кстати, если у вас нет планов на пятницу, может, сходим в кинотеатр? Да? Что такое? Соня, да ё-моё, не буду я это играть, она все равно сложная, поговорю. И как это? Ну, хорошо, так уж и быть, открою. И кстати, если у вас нет планов на пятницу, может, сходим в кукольный театр? Мы сбегаем! Ура! Ой. Да как? Да как она это? Ненавижу вот такую. Да ёк. Тихо-тихо. Да чёрка, да-да-да. Тихо. Есть. Опять.
А здесь все просто вот так не помню. Вот так, вот так, вот так. А, отлично. Ура! Какой ура? Нет. Драться надо. Я тебе ничего не скажу. Да ну. Дайте сюда молоко. Этим меня не испугать. Ладно же. Сделайте горячее какао. Пока. Горячее какао. Нет! А, Чуни, да-да, горячий куко. Молодец, парень. Этот за все упал. Не залка его, что он упал. Фиона, а где Рапунцель и остальные? Я слышала, что Рапунцель теперь с прекрасным принцем. С этим мерзавцем. А и вот он. Я слышала, как они допрашивают пряник. Мы должны его спасти. Фиона. Открыть эту дверь? С удовольствием, Соня моя дорогая. Эй, а почему бы тебе не проесть себе дорогу к выходу? Это отвратительно. Я же не каннибал. Девушки, как я рад вас видеть. Они собирались сделать со мной что-то ужасное. Печенька! Теперь ты в безопасности. Не знаешь, где Золушка и Пиноккио? Стромболи забрал Пиноккио в замок злой королевы. Он собирался использовать Пиноккио, чтобы создать армию злых деревянных мальчиков. Но где принц Чаминг? Да пошел он, этот принц! В замке сидит, готовится к своему сногсшибательному шоу. Значит, туда нам и надо, верно? Пицца. Она хорошая, но меня только тормозит. Пряник, присмотри за ней. А когда проснется, вытащи ее отсюда. Пряник. Если эти стражники думают, что деревянная дверь может меня остановить... Играться? Нет. Этой уровень не будем играть. Ладно, нам нужно. Это кончилось, то есть сил. А как мне проесть? Она же может ползти. А вот и... Нет. Подожди, она не работает вообще? А как? Ну, только двинуть и как? Вот я вообще не так как? Играть надо. Просто идея уже. Фиона, ты меня слышишь? Спящая красавица. Ты, кажется, уже близко. Быстрее!
12 лайков. Надо быстро. Вам никогда не пройти через эти ворота. А поиграть можно как-то, да? Можно, да. Хватайте ее, ребята! О, больно должно быть. Ой-ой, ну что-то немного устал, ребята. Он отдохнуть мне надо, ну как-то про то. Кстати, у меня это все. Пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь. С вами был Тизей Котик. Всем внимание, всем пока. Маякнул встреч. И всем пока.